Все онемели от услышанного, Рудковская назвала имя любовницы Плющенко. В последнее время в средствах массовой информации распространились слухи о том, что Евгений Плющенко уже пару лет живет на две семьи. В общем-то, всплеск интересов к звездной паре неудивителен. В эфир вышло первое шоу проекта Яна Супер, рассказывающее о жизни музыкального продюсера и телеведущей Яны и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения. Сами герои сплетни посмеялись над ситуацией. Яна заявила, что ей прекрасно известно даже имя предполагаемой пассии Плющенко и зовут ее Кордон. Именно так именует спортсмен свой загородный дом недалеко от Санкт-Петербурга, где он любит отдыхать и где его отец разводит всякую домашнюю живность, поросят, гусей. Яна даже ревнует супруга к этому деревенскому увлечению. Как сообщалось ранее, продюсер Яна Рудковская в ходе презентации шоу «Яна Супер» рассказала, что из-за проекта серьезно поссорилась с мужем, знаменитым фигуристом Евгением Плющенко, однако затем им удалось помириться.